И вот с 30 лет, как я стал исполнять джангар, я стал чувствовать уже какую-то стабильность, душевное равновесие. Есть какая-то как будто мистическое вот, управление, как будто что-то все. Надо заметить, что в 30 лет уже, когда я дожил до 30, я испытывал большие вот эти душевные кризисы, какая-то неудовлетворенность. Это очень, безусловно, древнее человеческое звучание. Древнее, первобытное, правильное звучание дыхания. На основе вот этого дыхания, энергия человека, звук, вибрации, все это вот предусматривает эта горловая пена.